На Ивановском ЖД вокзале нарушают закон об информации, информационных технологиях и защите информации. К такому выводу пришла транспортная прокуратура. Знаки, запрещающие фото и видеосъемку на станции, висят незаконно. Дело в том, что снимать для личных целей, например, для семейного альбома, можно. А вот размещать это фото в СМИ или интернете уже нельзя. Начальнику Северной региональной дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление. Запрещающие знаки необходимо убрать.